Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я преподаватель Ферганского государственного университета, кафедры методики начального образования Кучкарова Махмуда Атхамджановна. Сегодня мы с вами проведем наше занятие по предмету «Методика обучения детей логическому мышлению». Этот предмет у нас является новым выборочным предметом, поэтому я хочу вас ознакомить с некоторыми темами, которые вы можете встретить в этой программе. Сегодняшняя наша тема – развитие познавательных интересов детей через игры логического содержания. Давайте мы сегодня с вами ознакомимся планом нашего занятия. Первое – развитие мыслительных процессов. Второе – средства логического мышления. И третье – развитие логического мышления и задачи на логическое мышление в первых и четвертых классах. Логическое мышление – это процесс, в ходе которого человек прибегает к логическим понятиям, основанным на доказательствах и рассудительности. Его цель – получить обоснованный вывод, исходя из данности, то есть конкретных предпосылок. Мы сами уже из предыдущих лекций знаем, что логика в переводе с греческого языка означает правильное мышление. Выделяют три типа логических рассуждений. Образно-логическое. При нем ситуация как бы проигрывается воображением. При этом мы вспоминаем образы задействованных предметов или особенности явления. Это можно еще назвать по-другому воображением. Например, мы когда ребенку говорим представить что-то, он представляет уже в образно-логическом мышлении, ребенок представляет то, что он уже видел и которое уже существует. Абстрактное. Здесь уже посложнее. В ход идут категории, предметы или связи, которых нет в реальности, то есть абстракции. Мы в абстрактном мышлении мы даем представление, представить то, чего в реальной жизни не существует. И абстрагируем процесс. Здесь уже это сложнее, это ближе к четвертому классу. Словесное, при котором люди делятся своими логическими суждениями с окружающими. Здесь важна не только склонность к анализу, но и грамотная речь. В словесном рассуждении мы проводим беседу с учениками. Здесь нужны, в словесной беседе нужны, в первую очередь нужна грамотная речь учителя, потому что правильная постановка вопроса решает половину решения задачи. Если постановка вопроса сделана правильно и поставлены конкретные задачи, то можно построить следственно-причинную связь при решении логических задач. Для чего же нам нужно логическое мышление? Логическое мышление нужно нам в первую очередь для того, чтобы находить реальное решение, выход из ситуации, иногда из критических ситуаций. Человек, умеющий логически мыслить, может решить задачу, поставленную перед собой. При обучении детей логическому мышлению мы даем им возможность находить решения в конкретных ситуациях, придумывать логические задачи. При обучении логическому мышлению основной упор нужно делать на тренировке мышления. Тренировка мышления помогает быстрее и точнее делать правильные выводы, даже в нестандартных ситуациях.
трезво рассчитывать силы, избегая самообмана и не давая вести себя в заблуждение, исправлять собственные ошибки и оплошности других, четко и емко излагать свои мысли, убеждать собеседника и прививать ребенка, апеллировать аргументами. Можно ли развивать логическое мышление? Логическое мышление можно и даже нужно. Мир меняется очень быстро. И со старым багажом знаний, который есть у школьника, мы не можем, и ему будет трудно что-то взвешенно обдумывать. Многие полагают, что полученных в школе основ будет достаточно, но это совсем не так. Именно с логического мышления начинается формирование мировоззрения ребенка. В процессе развития логического мышления у ребенка формируется умение рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами логики, построение причинно-следственных связей. Логическое мышление – это система навыков, позволяющая выражать мысли в ясной и отчетливой форме, а главное – понимать суть вещей, происходящих процессов. Логику можно разделить на три категории – это понятие, суждение и умозаключение. Что мы подразумеваем под средствами логического развития? Средства логического развития – это прежде всего стихотворные тексты на развитие речи, обобщение, классификация и конкретизация, игры и упражнения на установление причинно-следственных связей в природных и социальных явлениях, занятия, игры и упражнения на развитие операций, сравнение и установление причинности, загадки, загадки-шутки, игры-головоломки, игры-ребусы, кроссворды, разгадывание ребусов, игры с счетными палочками, или же иногда мы проводим игры со спичками, неправильные сказки, электронные образовательные ресурсы. Средств логического мышления я хотела бы остановиться на неправильных сказках. Само по себе неправильные сказки. Что это такое? Мы, например, можем взять любую сказку, которая есть у нас в программе начального образования, и перефразировать эту сказку. Мы можем дать сказку, перефразировать ребенку на современный лад. Образовать, например, путешествие трех богатырей в современном мире. Или же сказать, как бы закончилась сказка «Красная шапочка» в современном мире. В таком варианте, если вы дадите сказку ученикам, они, конечно, будут придумывать очень необычные концовки. И это будет намного интереснее. Но сначала для этого дети должны быть ознакомлены с этими сказками, и они должны знать эти сказки. Электронные образовательные ресурсы. Электронные образовательные ресурсы, под электронными образовательными ресурсами мы можем представить электронные игры. Например, на сравнение предметов. Это может быть игры на логику. На сравнение предметов. Определи, какое животное лишнее. В электронном варианте, в программных этих, существует очень много таких игр, которыми мы можем воспользоваться на этих занятиях. Игра, как говорил Сухомлинский, игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. Развитие логического мышления в начальных классах очень хорошо проводить в форме игр, потому что игра увлекает и завлекает, и ребенка легче заинтересовать игрой. Логическое развитие мышления в первом классе. Мышление младшего школьника переживает переломный этап. Еще недавно он основывался только на собственном опыте и ощущениях от окружающего мира. Чтобы помочь ему освоиться в мире букв и чисел, важно уделить внимание развитию логического мышления уже с первого класса. В детском саду он все воспринимал через игры, а теперь уже у него появились буквы, цифры, числа, и ему нужно ориентироваться в этом. И поэтому мы помогаем через логическое мышление ориентироваться и адаптироваться в школьный процесс. Прежде всего, важно научить ребенка наблюдательности
Какими свойствами обладают те или иные предметы? Что в них общего? В чем различие? В процессе размышления над этим он получит представление о закономерностях, научится анализировать, сравнивать и обобщать. Игра учит быстро считать и принимать решения, предугадывая последствия, а также позволяет наглядно увидеть принцип логической цепочки. Это у нас пример задачи для логической задачи для первого класса. Здесь, например, мы можем посмотреть, здесь какую цифру волшебник превратил в грибок, а какую в звезду. Здесь элемент логического мышления для первого класса, он очень простой. Для того, чтобы найти число, какое число находится под грибком, мы учим ребенка 10, отнимаем 3, получается 7. Значит, под грибочком у нас находится цифра 7. И получается во втором примере 7 плюс 1 под звездочкой получается у нас 8. Значит, волшебник в этой нашей задаче, волшебник под грибочком спрятал цифру 7, а здесь под звездочкой цифру 8. Развитие логического мышления во втором классе. Во втором классе уже у ребенка формируется критическое мышление. Он больше уже не принимает на веру все, что ему говорят. Он теперь уже рассуждает, анализирует. В этот период очень важно научить отличать правду от неправды и сопоставлять данные из разных источников. В этом ребенку помогут логические задачи на истинность и ложность суждений. Игра в ассоциации, в слова также очень хорошо развивает логику и воображение. А главное, их прелесть в том, что играть можно где угодно. Например, можно на перемене, в транспорте. Если вы приучите к таким играм родителей, то они могут с ними играть даже в очереди к врачу. Кроме того, стоит познакомить ребенка с задачками с подвохом. Может показаться, что они носят исключительно шутливый характер, но это не так. С их помощью ребенок научится понимать, что не все проблемы решаются стандартными методами. Давайте рассмотрим сейчас логическую задачу для учеников второго класса. Здесь нужно акцентировать внимание ребенка на имена наших учеников. Правдиш и Вруниш купили один транспорт на двоих и обсуждают покупку. Правдиш: хорошо, что он не желтый. Вруниш: и с мотором. Что они купили? Нужно ребенку здесь, можно сказать, просто. Если бы мыслить ординарно, то получилось бы, если не желтый и с мотором, то это обязательно, может быть, подумали бы, это автомобиль. Но здесь нужно учитывать, что Правдиш, он говорит правду, а Вруниш, он врет. Значит, хорошо, что он не желтый. Значит, то, что они купили, это не желтое. А Вруниш говорит и с мотором. Значит, это же Вруниш, он у нас врет. Значит, это не с мотором. Что они купили? Они купили велосипед. Развитие логического мышления в третьем классе. Знания ребенка об окружающем мире становятся все более глубокими и разносторонними. Он уже умеет соотносить разные пласты информации и строить гипотезы на основе имеющихся данных. Задания на поиск закономерности по-прежнему актуальны, но теперь они должны быть гораздо сложнее. В этом возрасте многие дети увлекаются конструкторами, робототехникой. Лего и его аналоги помогают развивать логику и мелкую моторику, и пространственное мышление. А главное, дает ребенку огромное пространство для воображения и для самовыражения. Также в этом возрасте будут очень полезны математические и текстовые ребусы и занимательные игры со спичками. Давайте рассмотрим на примере игры со спичками задачу. Задача на логическое мышление для третьего класса.
Уберите две спички так, чтобы получилось 4 квадрата. Рассмотрите внимательно и подумайте сами, где же нужно убрать две спичинки, чтобы у нас получилось 4 квадрата. При решении этой задачи мы убираем эту спичку и эту спичку. У нас получается 1, 2, 3 и 4 квадрата. Идем дальше. Развитие логического мышления в 4 классе. В 10-11 лет подростку хочется уже не просто играть, а сделать что-то по-настоящему. Это лучшее время для всевозможных экспериментов, для опытов с химическими реакциями, с переливаниями жидкостями, с электроконструкторами. Все это тоже отлично развивает логическое мышление. При наполнении определенных жидкостей дополнении с какими-то реактивами мы образуем какой-то новый цвет. И это уже развивает воображение и фантазию ребенка. Не менее важно уделить внимание задачам на пространственное мышление, чтобы подготовиться к урокам черчения и геометрии. А еще в этом возрасте самое время познакомить подростка с основами программирования. Можно начать с изучения графического языка Scratch, создавая с его помощью мультфильмы и простые игры. Дети занимаются с принципами работы системных алгоритмов. Задача на логическое мышление для 4 класса. Здесь можно взять при подборке задач, чтобы увлечь детей, можно взять задачи из компьютерных игр. В компьютерной игре нужно победить монстра. У Васи было 9 выстрелов, но на каждое попадание он получал еще 3 выстрела. Сколько раз Вася попал в цель, если всего он выстрелил 30 раз? 30 раз. Израсходовал все выстрелы. Как же здесь нужно решить эту задачу? У Васи было 9 выстрелов. Всего выстрелил он 30 раз. Для решения этой задачи мы определим, сколько раз он получил за правильное попадание в цель. 30 отнимаем 9, получаем 21. 21 делим на 3, получается 7. Значит, Вася у нас попал в цель в 7 раз. Здесь мы можем ознакомиться с электронными образовательными ресурсами. Установи соответствие между предметами. В этой задаче формируется элементарное представление о мире и природе. Познавательное развитие идет, и область познания и познается. Здесь вот на картине, если вы видите, соотношение разных животных. У нас здесь птицы, есть рыбы, здесь нужно определить лишнее. В этой картине, конечно же, мы определили, что лишним является птица. Следующая игра. На развитие интереса к слову. Здесь, в этой игре, ребенок при помощи ребуса, электронного ребуса, решает задачу. Здесь уже понимание образных слов, совершенствование словаря при общении детей к природе. Скользкое. Вот. Из задачи можно, ребенок сначала смотрит на картины и распределяет, и находит нужное слово. Здесь идет и развитие речи, и обогащение словарного запаса. Это тоже электронно-образовательные ресурсы. Игра называется «Признаки и животные». Развитие логического мышления – это очень длительный процесс. Развитие логического мышления происходит постепенно. Для одного ребенка больше характерно наглядно-образное мышление, для другого – наглядно-действенное, а третий с легкостью оперирует понятиями. Поэтому чтобы развить логическое мышление, мы должны учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и давать нужные задачи именно по возможностям ребенка, учитывая его возраст, его багаж знаний. Электронные игры – одна из форм развития логического мышления. Как мы сейчас уже с вами посмотрели в предыдущем слайде, в процессе игры разнообразные умственные процессы активируются и принимают произвольный характер.
Иногда можно детей ждать неожиданных ответов. Применение игр повышает эффективность педагогического процесса. Кроме того, они способствуют развитию памяти, мышления, внимания у детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка. Возможно, вас удивит, что ребенок легко справляется с логическими задачами, которые казались вам трудными и предлагают решения очень неординарные и нестандартные, о которых вы не подозревали. Дело в том, что детское мышление еще не подвержено шаблонам и обычным стереотипам. Помочь ребенку сохранить эту пластичность ума – это ваша задача, потому что он не должен подвергаться обычным стереотипам, шаблонам и действовать и мыслить так по шаблону. Мы его учим непосредственности и учим произвольно придумывать разные истории, придумывать решения другими способами. Иногда бывает так, что вы ожидаете такой ответ, а получаете совсем другой неожиданный и неординарный ответ от ребенка, потому что мы не можем предугадать, как идет мыслительная цепь ребенка. Исходя из причинно-следственных связей, он может сделать совсем иную логическую цепочку, построить другую логическую цепочку. Чем раньше он начнет развивать логику, тем легче ему будет учиться в дальнейшем. Пара советов напоследок. Не ограничивайтесь только точными науками. Это не значит, мы должны приучать его только логическому мышлению, только через математические игры или ребусы. Ребенок больше получает информации, больше познает, когда он играет в компании, в группе. Это дает больший эффект. Это лично мое мнение. Также играйте с ребенком в творческие игры. Предложите нарисовать предмет по описанию его свойств. Например, можете сказать, что это двигается с двумя колесами, и вы его видите каждый день где-то. Это может быть. И он должен уже мыслить, будет он по-другому. Может, вы подразумевали велосипед, а он подразумевает мотор или мотоцикл. Или, выражаясь современным языком, он может сказать, что он имел в виду скутер. Он тоже движется, и он тоже с двумя колесами. Или составить рассказ, используя заданные словосочетания. Вы можете дать ему набор слов, и он должен составить необычный рассказ. Такие занятия не только тренируют логическое мышление, но и развивают фантазию и помогают ребенку раскрыть творческий потенциал. Недавно мы использовали такой, можете задать такую, составить мини-рассказ «Необычные путешествия обычного школьника». И он будет уже... И нужно объяснить, поставить цель, что задача должна быть необычное путешествие. Это может быть реальные события, сказочные события и неординарные события тоже. И вы увидите, насколько развито воображение и фантазия ребенка. Не стоит заниматься развитием логики ребенка слишком серьезно, относиться к этому слишком серьезно. Лучше превратите занятия в игру, в увлекательное путешествие в мир математики, в увлекательное путешествие в страну знаний или же в страну химических реакций. Пусть это будет необычное название. Такие названия, необычные названия, необычные примеры, они увлекают и завлекают детей в удивительный мир знаний. Давать нужно все это ребенку в форме игру, потому что в будущем придется ему решать немало и настоящих задач, придется решать немало по-настоящему серьезных задач и находить выходы из непростых ситуаций. А пока пусть учится и справляется с трудностями только в игре. На этом наше занятие закончилось. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, вы получили для себя хоть маленькую новую информацию.